А перед просмотром моего видео хочу посоветовать тебе интересную группу ВКонтакте под названием Бричан. Если тебе нравятся шуточки из группы Поздний Иш, но при этом нравятся иномарочки, то эта группа специально для тебя. Ребятки, не лишенные чувства юмора, стебут более современные народные автомобили, такие как Лаган, Девушка Сексия и Ниссан Тина. Заходи, угорай, подписывайся. Ссылочка в описании. Бородку вчера, короче, помыл с этот Лепертин Марксилье. Такой шампунь женский, короче. Такая сразу, блин, пиздата стала. Я еще с феном, короче, ладочку так шуп-шуп-шуп, прям вот красота. А я побрился. Ну это не точно. Всем привет, с вами Анет этот Customs, и мы опять едем в Дзержинск, а потом в Нижний. И, короче говоря, у нас там будет сходочка, на которую я не знаю, сколько приедет народа, может вообще никто не приедет. А так едем за запчастями и кое-чем интересным в Дзержинск. И то, что вы увидите, это прям вот лайв такой, можно сказать, увидите первыми вместе со мной. Поэтому увидимся, гоним. Саша говорит, в Митол сдал. Ой, блядь. Редкостная хуйня, если короче, Максим, блядь. Ржавевшие, блядь, диски, нахуй. Просто, блядь. За это дерьмо, я не знаю, что он отвалил. Но я думаю... У кого охуенные диски? У меня охуенные, блядь, ты посмотри. Ржавая. Пошел ты нахер, козел! Ну, я пошел. Мне чувак хотел вообще пять парень. Куда ты пошел? Снимай. Я думал, полка будет больше. Вот эта хуйня называется полка. Знаешь, если меня сын ко мне спросит, папа, что такое полка? Я отведу его к шкафу. Куда тебе кататься? Они вперед-назад катаются. Одно здесь вот краешку поставишь как раз. Я тебе сказал, я только что попробовал. Пробник, блядь. Как верник, только пробник. Эх, шуточки пошли! Осторожно, ребята! Осторожно! Давай, скажи пару слов по своих ебаных дисках. Ожидал немножко другого. Думал, полка будет больше. Но один фига не классный. Осталось только теперь их очистить. И руки очистить. Вот так вот, с помощью матушки земли, берем хорошего снега. Снегобоем ручки. И похер, что здесь, что ты меня не снимаешь. Похер, что здесь фуры. И на лицо, и на лицо. Скажите, пожалуйста, еще раз про вашего деда. Мой дед служил в СС, и как-то раз он лично расстрелялся на Сталина. Сталина? Сталина. А потом Гитлера? Нет, они смешивались вместе. Фуф. Европейские ценности. We'll be right back.
вижу москвич, я вижу ориентир. Это поздний Иш. Ну, человек, добрый вечер. Добрый вечер, добрый. Пойдем. Вот, блядь, двери закрываются как. Ну, погнали, сейчас. Будем смотреть, что тут есть. Это? Да, подвал. Люблю подвалы. Красота. Фара 95. Блядь, типа тысячи продают. Сами приезжайте в Нижний закупаться на москвич. Слово тебе, вам надо 4, по 30 рублей это будет 120, и 4 уже по 40 рублей. 160. Давайте. Задних нету, да? На там... На амортизаторе они вроде, да? Там резинки вроде. Стулки? Стулки, да. На амортизаторе. Нет, на амортизаторе у нас стулки идут на ремешку ростки. Вверху и внизу сзади идут. Впереди внизу они идут. Тоже в ростки, а сверху подушечки свои. Ага. А есть эти? Есть. 12 штук? Да. Давайте подсказывайте. Вам нужно вот эти подушки, где красный цвет. Точно. Я просто вязать не знаю вообще. 6, ну, давайте 6 возьмем, может там у деда лежит. Лучше взять. Так, сколько у нас там? Это не бежало. 342. Ну, блин. Ну, у вас шарфы в основном, тут какие-то большие суммы. Они сразу вот так вот. Остальные 3-3 так было. Сейчас не важно, давайте готовим. Товарный чек нужно распечатать, ну, помните. Давайте. На память. Что за луки? Лучше возьмем. На, блин. Все, спасибо большое, до свидания. Надеюсь, вы никогда не закроетесь. Студенческая 8, закупайтесь здесь, прям советую от души, блядь. Цены нормальные. Ультра поздний, и поздний, и это я, и надо... Саша, возьми камеру тоже. Здравствуйте, здравствуйте. Бабуль, нормально, такая чек. Да вообще охуенно, блядь. Че, тебе, короче, вот эти все резинки нужны будут. Вот эти и вот эти. Я думаю, это где-то работало. Либо на газе, либо нахуй реально на этом. На москвиче, блядь. Москвич мафия, УЗАМ ПАВЕР! Коррупционеров и пидорасов. За которых не переплачиваешь хотя бы. Как не то, что, сука, твой это Лукойл. Господа, пишите в комментариях, что хуже, блядь, Газпром или Лукойл. Пожалуйста, пишите в комментариях, давайте, окей. Засрем личку, засрем комменты. Что же лучше, ко-ко-ко? Что же лучше? Конечно, Лукойл. Да ни хрена. Ёбок, Максим, ты ебанутый? Скажи мне честно, ты ебанутый? Ты ебанутый, блядь? Сука! Ты заснял? Да, я заснял. Как пацан красивый. Так ты ебанутый, блядь, ёб твою. И я с ним поехал, блядь. Обосрался, обосрался.